это в самом конце октября. Мне с товарищем удалось вырваться буквально на пару часов на охоту, поэтому и сюжет будет относительно короткий. Прибыли мы в одну балочку, где как раз ближе к концу дня собирается фазан. Здесь есть и водичка, и вот маслинка, чтобы покушать. Поэтому место вполне перспективное. Ну и Рудольф сразу уловил наброды. Здесь ему будет интересно поработать и хорошо. Да, сиди поищи. Вперед поищи. Поищи. Вперед. Это курит. Петух. А я стрельнул, попал. Есть, бежит. Сейчас смотри, может быть еще. Обратите внимание, вот сейчас будет замедленный кусочек. Там торчат перья с хвоста фазана. Я решил не подбирать его самостоятельно, а дать Рудольфу отработать. Однако, как выяснилось, пришлось потом понервничать. Рудольф рванул опять по набродам, поэтому он не сразу попал на место падения. И вот когда я повернулся,
Как видите, перьев хвостовых уже не было. Да, ну вот же лежал здесь. И хвост торчал. Руди, ко мне. Ты представляешь, вот... Не, ну надо найти теперь, ты шо? Так, я напротив тебя стрелял. Блин, ты представляешь? Руди, ко мне. Где-то здесь я стрелял, да? Ну вот он там падал, правильно, хвостик торчал. Ко мне иди. Здесь же падал, вот сюда. Я ж видел, перо хвостовое торчало. Руди! Ко мне, Рудольф! Ну-ка ищи здесь. Вот тут же упал. Значит, ну как так? Ищи. Ищи, 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 ищи. Не может быть. А он лежал хвостом наверх. Ко мне поищи, поищи здесь. Ты представляешь, как так может быть? А, все, нашел. Молодец, Рудольф. Дай. Все, пошли, пусть еще поищет, может еще будет. А ну фу! Что сказал? Сидеть. Сидеть. Благополучно добрав этого петуха, мы отправились дальше. Оставалось пройти еще метров 100-150 до конца этой балочки. Поскольку фазан был у меня в руках, Рудольф не сразу понял, что ему нужно еще искать, и постоянно оглядывался на птицу, которую я несу. Однако, мало-помалу, он все-таки унюхал наброды фазанов и пошел искать дичь, как положено. Пошел вперед. Ищи, 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 ищи. Давай, 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 давай. Вперед ищи. Вперед ищи. Пошел, пошел, пошел. Пошел, ищи. Ищи. Поищи, 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 Рудольф, поищи, вперед. Ищи, давай, 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 пошел, 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 пошел. Я тебя не вижу, где ты стоишь? А, вижу, вижу. Поищи, поищи, Рудольф.
вперед. Ищи, ищи. Иди поищи. Давай. Давай, 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 ищи. Пошел, 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 пошел. Ищи. Петух! Леха, на тебя! Ну как же ты так? А куда он сел? Вот тут сидел под ногами. Сейчас смотри, вдруг еще будет. А мне стрелять было никак. Это была та самая курица, которую вы видели в начале ролика. Больше охотиться мы не стали. В принципе, удовольствие получили и поехали домой. Но фазаны сами преследовали нас до самого дома. На этом все. Оставайтесь с каналом На Привале. Всем всего хорошего. До новых встреч.